Четвероклассник Дима Таймаков в силу возраста пока что не знаком с подвигом Ивана Финютина, но уже проникся неподдельным интересом к истории Героя Советского Союза. Мальчику выпала честь первым в нынешней четверти учиться за необычной мемориальной партой, которую открыли в школе благодаря всероссийскому проекту «Парта Героя». Выбрали Диму не случайно. Все четыре класса ни единой четверки, учатся на отлично, добивается успехов в спорте. Хоккеем занимается уже 7-й год, победитель разных соревнований, в том числе первенства Приволжского федерального округа. Сохранить память надо обязательно, чтобы потом рассказывать своим внукам, правнукам, чтобы люди не забывали, что есть герои Советского Союза. Парту Героя открыли накануне Дня Защитника Отечества. Это не просто дополнение в экспозицию действующего в учебном учреждении музея. Для нас это действительно значимое событие, и мы очень надеемся, что это мероприятие станет таким нитью, связывающей поколения, и возможность для ребят учиться еще лучше, быть первыми в спорте, быть первыми в творчестве, потому что только самые лучшие наши ученики будут иметь возможность учиться за партой героя. А таких учеников у нас много. Герой Советского Союза Иван Финютин хоть и не был уроженцем нашей губернии, но долгое время после войны трудился в Куйбышевском авиационном институте. Эти и другие основные вехи из жизни гвардии старшего сержанта отражены на парте героя. Многие не знают в полной мере, в той мере, в которой надо знать, о наших героях. И, наверное, как раз когда человек, ученик, будет в течение недели сидеть за партой героя, у него будет как раз время, и я думаю, что у всего класса лучше узнать. По словам директора школы, в планах открыть еще несколько таких парт. Их посвятят героям, которые сражались и трудились на благо Родины. Их имена и фамилии уже носят некоторые улицы микрорайона «Крутые ключи». Среди них Иван Финютин, Евгений Золотухин и маршал Александр Василевский. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.